Еще раз всех приветствую. В Минфине оценили вероятность роста ставок по ипотеке у нас в стране до 15%, о чем много слухов в последнее время. Похоже, это так слухами и останется, потому что официальные расчеты Минфина таковы, что цифры в среднем не должны будут преодолеть 15% в течение года, потому что банки уже смогут неплохо зарабатывать на докрутке ставки Центробанка, если доведут ипотеку до 15% годовых и не более, чтобы испугнуть клиентов. Пока же, вот так для понимания, топ-20 кредитных учреждений у нас в стране повысили свои ипотечные ставки прямо вот с февраля до уровня 10% как максимум. В России начались клинические испытания второй по счету назальной вакцины от ковида. Ее начали испытывать в 6 поликлиниках столицы России и еще в 11 медцентрах. В Нижнем Новгороде, Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле добровольцев в этом тестировании всего 660 человек. Сама же вторая по счету назальная вакцина против ковида, то есть капли в нос, идентична по составу веществ своих спутников ВИ. Российские банки впервые успешно сделали перевод кружки в новой форме денег в цифровых рублях. Таким образом, стартовала в стране тестирование платформы цифрового рубля. И вот в рамках этого эксперимента уже успешно провели полный цикл операций по таким переводам между клиентами через банковские приложения. На самом деле, как раз вот уникальность главного момента в том, что будет у человека доступ к цифровому кошельку своему именно через приложение другого банка, в котором клиент обслуживается. Пока еще рано обращаться зимой, все-таки до марта по официальной весне пара недель, но на горнолыжном курорте в Кемеровской области Шерегеш решили не ждать хоть какого-то вообще схода снега, там уже опять же олимпиады, зимние виды спорта, и слепили самого большого снеговика в стране, что есть и был. Итак, снежная фигура получилась высотой 12 метров, она уже вошла в книгу рекордов Гиннесса, 12-метровая фигура, это в общем-то 4-этажка. Снеговика полюбили пару недель, использовали 250 метров снега. Но и для понимания, в таких понятных цифрах диаметр внешнего шара снеговика 7 метров, диаметр его головы 2,5. Это были новости на радио 7. Всем хорошего дня. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Thank you.